Всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Simple Food. Сегодня предлагаю приготовить самые вкусные тефтельки. Для этого нам понадобится мясной фарш 500 грамм, одну морковку трем на крупной терке, а лук режем мелкими кубиками. Нам понадобится одна луковица. Добавляем чеснок, солим и перчим по вкусу. Смешаем фарш с уже готовым промытым и охлажденным рисом. Добавляем 2 яйца и хорошо размешиваем. Масса получается очень податливой, можно легко слепить из нее тефтельки круглой формы. Сформированные тефтели выкладываем в форму и ставим в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов. Тем временем приготовим соус. Для этого нам понадобится обжарить лук до золотистого цвета. Измельчить томаты и добавить их к уже готовому луку. Я всегда добавляю пару листиков базилика, он придает очень пикантный вкус. Солим, перчим и оставляем тушиться минут на 10-15. Полученным соусом заливаем тефтельки и ставим в духовку еще минут на 40. Вот и все. Наши тефтели с рисом готовы. Обязательно попробуйте, это очень вкусно и сытно. Приятного аппетита!